Лето продолжает набирать обороты, и у многих горожан уже начинается отпуск. А в это время высшая школа Майна не прекращает свою работу и ждет абитуриентов с заявлениями на поступление. Многие знают о том, что любая организация, имеющая перспективные планы на будущее, обладает некими составляющими стратегии, а именно миссией, которая может быть реализована в виде слоганов. В высшей школе Майнер основной слоган звучит так: «Капитал на всю жизнь». Безусловно, имеется в виду капитал интеллектуальный, тот, который люди обретают, учась в высшей школе Майнер. При обучении многие приобретают те знания и навыки, которые потом используют всю жизнь. И второй немаловажный слоган, а точнее будет сказать девиз, из школы, можно сформулировать так: «Учись рядом с домом». Немного об истории открытия школы в Нарве рассказал директор Нарвского учебного центра Юрий Бараев. В 2006 году, когда мы открывали здесь Нарвскую школу, как раз реализовывался вот последний девиз, вот этот о учебе рядом с домом. Наверное, многие знают, что высшая школа Майнер имеет по всей Эстонии 12 школ во всех более-менее крупных городах. И только Ида-Вирума к 2006 году не была охвачена вот этой сетью учебных заведений. И в 2006 году было принято решение о открытии школы в Нарве. И с тех пор Нарвская школа Майнер довольно успешно развивается. На сегодняшний день у нас учатся порядка 160 студентов, которые проживают не только в Нарве, а также в Силами, Нарва и ЕСО. Конечно же, вот этот девиз «учеба рядом с домом», он построен не на пустом месте, потому что все отлично понимают, что для того, чтобы учиться вдали от своего родного дома, нужно всегда дополнительные средства. То есть даже если молодые люди после школы уезжают учиться на бюджетные места, то есть они за учебу ничего не платят, тем не менее в разных городах разные суммы приходится тратить на проживание, питание и так далее. Всегда необходимо сначала попробовать учиться дома, но если специализация, которую абитуриент выделяет из числа всех других, преподается только в Таллине или Тарту, то тогда, конечно, других вариантов нет. Все-таки молодым легче приспособиться на новом месте. А что касается более взрослых абитуриентов, то в этом году набор в высшую школу Майнер немного сократился. Это касается тех, кто закончил школу много лет назад и уже успел не год и не два где-то поработать. 2-3 года назад у нас довольно большое количество поступало взрослых людей, то есть у них была какая-то карьерная перспектива, экономика росла, и они с удовольствием шли учиться, получали диплом, и вот многие из них уже закончили на сегодняшний день. Но когда экономическая ситуация ухудшается, многие люди начинают думать о том, что надо сейчас работать, зарабатывать деньги, а потом, когда останется время, учиться. Эта позиция совершенно неправильная, потому что здесь уходит самое главное – это жизненное время. А для учебы нужно всегда выделять самое эффективное жизненное время, то есть тогда, когда позволяет это и возраст, и силы. Директор Нарвского учебного центра высшей школы Майнер желает всем всегда все делать вовремя и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.